Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня, и в этом видео я хочу вам показать свой уход за волосами на ноябрь, декабрь, январь и, возможно, февраль, если, конечно же, все останется. Но я думаю, что мне хватит на 4 месяца вполне. Если что не хватит, буду добирать. Первое, с чего я хочу начать, это шампуни. В ноябре буду использовать вот такой вот шампунь от Faberlic. Это ICUL линейка. Ой, Арису. Здесь у меня немножечко, я уже пробовала, тестировала. Где-то вот так вот примерно находится. Но на ноябрь, я думаю, мне хватит, даже еще и останется. Шампуня мне хватает надолго, так как у меня в бане стоит другой шампунь. Я из бани, кстати, не принесла, показывать вам не буду. Там Avon стоит большой, 700 мл. Он там стоит с апреля. Я его никак не могу закончить. А здесь 250 мл на месяц. Мне даже чуть больше, может быть, хватит. Голову мою через день, иногда в бане. И к нему я буду использовать вот такой вот бальзам. То есть это линейка. Она питательная, но вроде бы как перхоти у меня не вызвала. Не знаю, как покажет. Здесь тоже 150 мл бальзама, не так уж и много, так как волосы у меня длинные, бальзам у меня расходуется намного быстрее, чем шампунь. Поэтому, если вдруг закончится от Faberlic, я возьму вот такой вот от Fito Cosmetic. Это линейка Fito Bomb. Аромат безумно приятный, я уже его пробовала. Один раз нанесла, расход у него большой. Он, в принципе, густой, но нужно нанести прилично, чтобы он хорошенечко сработал, так как нужно на волосах и хорошо прокондиционировал волосы. Я наношу обычно бальзам и потом начинаю расчесывать волосы расческой, прям сырые. Заплетаю в пучок и где-то жду 5-10 минут. Вот так вот он выглядит. Он очень густой, он даже не вытекает, не вываливается. Аромат манго, масло манго и лайма. Суперский аромат, но единственное, что кондиционер для моих волос немножечко слабоват. На волосах не крашеных сработает он хорошо, на крашеных волосах кому-то может понравиться, кому-то нет. Все еще зависит от жесткости воды, какая жесткость воды в каждом регионе. Потому что я сколько раз брала, пробовала шампуни, бальзамы одни и те же. У меня здесь они работают немножко по-другому. Приехала в Питер, они вообще шикарно сработали. Если те шампуни, которые вызывали перхоть у меня здесь, то в Питере такого вообще не было. И также, например, в Сочи вот были, в Краснодарском крае тоже шикарно могут работать, либо наоборот совсем не работать. Вот, поэтому буду пользоваться. Окончательный вердикт будет в любом случае в пустых баночках. Может быть, я его еще и распробую, пока один раз и от одного раза от аромата. Аромат мне понравился. На случай того, что я уже все просчитала, если у меня вдруг от какого-то шампуня появится перхоть, то я буду использовать вот эту парочку от Тиандэ. Видно, что я ее уже попользовалась. Шампунь, кстати, вот. Реально проходит перхоть, но от нее волосы. У меня волосы растут сумасшедшие. Вот я два раза воспользовалась, у меня еще они больше отросли. И мне это как-то... У меня волосы крашеные, на мои волосы нужно прилично краски, поэтому придется краситься чаще. Вот. Поэтому если хотите для роста волос, вот эту линейку вообще советую. Классно волосы растут. Пощипывает немножко. Единственное, что нужно быть аккуратным, так как бывает, если попадает в глаза, то щипят. Мне попадало, щипят не сильно, терпимо, но неприятно. Если у вас супер чувствительные глаза, то будет прям сильно подирать. Поэтому лучше голову наклонять вниз и мыть так голову, а не просто вот так вот стоять. Вот. А так эта парочка действительно классная. Не знаете, где купить, ссылочку оставляю под видео, переходите, покупайте. Дальше. Так, на зимний период, когда на декабрь, январь и февраль я планирую использовать шампунь «Зима». Вот такой вот от Faberlic. В прошлом году была распродажа, и я взяла 2 или 3 штуки. Это у меня последний. Я в том году использовала еще один или два. Он...
сильно очищающий, я бы так сказала. Он не слабенький, он даже больше, наверное, подойдет как глубокое, наверное, очищение. По крайней мере, мне так показалось. Он делает жесткими немножко волосы, но буду его, возможно, чередовать. И второй шампунь, который я буду использовать на зиму, это у меня шампунь-бальзам 2 в 1, вот такой вот тоже от Faberlic. Он, по-моему, как в каталоге появился в этом году. Еще у меня стоит такой же белый шампунь и бальзам. Но я думаю, мне вот этих вот двух на 3 месяца достаточно будет. Если не хватит, то буду брать еще какой-нибудь другой доставать. Так, здесь у нас 250 мл, 8 месяцев после вскрытия. Травянистый аромат такой. Бальзам обязательно тоже к нему буду брать, потому что хоть здесь и написано 2 в 1, я такими средствами использую просто как шампунь. Я не рассчитываю на то, что он мне еще и классно смягчит волосы. Поэтому буду использовать бальзам. Бальзамы я буду брать вот такие вот 2 зима. Я их тоже по распродаже брала. Кстати, мне бальзамы понравились. Многие писали негативные отзывы о этих бальзамах. Я смотрела у девочек. Мне бальзамы понравились. И буду брать вот такую вот маску. Маска маленькая, 75 мл. Поэтому, думаю, мне ее, наверное, раза на 2, на 3, может быть, хватит. Вот так вот. Бальзамы тоже, в принципе, хватает, может быть, на 5 раз. Но их много не нужно. Мне они хорошо напитывают волосы. Я ими, в принципе, довольна. По крайней мере, в том году мне они нравились. Маска тоже такая интересная. Вообще такие наборы брать с собой удобно в поездку, в зимнюю, если вы куда-то едете отдыхать, то удобно. Я никуда не поеду, поэтому я решила их использовать, так как сроки годности тоже уже подходят. Заказывала их давненько, нужно все использовать. И еще маску для волос я беру от Народный рецепт. И вот такая вот крем-глина, да. Маска для волос роскошный объем на голубой глине и масле карите. Здесь 100 мл, она тоже маленькая. Я думаю, что мне еще какую-то маску придется или бальзам в дальнейшем брать, потому что бальзамов мне точно не хватит. Шампуней, возможно, хватит, бальзамов не хватит. Вот. Фитокосметик я сейчас вывожу из всех запасов, хочу его использовать и уже показать вам пустые баночки. Коплю пустые баночки именно фитокосметик. У меня скрабы есть, бальзамы есть, еще что-то есть от фитокосметик. Сейчас стараюсь им пользоваться и от фитокосметик ничего не покупаю. Я вообще, если честно, как-то уже не Faberlic. Долго не заказывала. Ну, в этом месяце, в октябре, вот каталог я пропустила. Один каталог пропустила, второй тоже, наверное. Я не знаю, я планирую заказать Faberlic в середине, может быть, ноября. Мне там кремы зимние понравились для рук. У меня, как обычно, проходит конкурс в конце октября для моих клиентов по работе. Я на елочку делаю бумажки. И каждый клиент подходит, вытаскивает бумажку, что у него попадется. Крем для рук, гель для душа, маска тканевая для лица. Ну, девочкам нравится. Либо просто конфетка. Я Рафаэлла обычно покупаю, либо конфета. Вот. И поэтому, скорее всего, я буду делать заказ по Faberlic. Но пока точно не могу вам ничего сказать. Вот. Но зимняя линейка там классная, мне нравится. Так, еще что я буду использовать. Я буду в качестве несмываемого ухода, как всегда, использовать вот такую вот восстанавливающая сыворотка для всех типов волос. Это у нас тоже линейка Arisu Lotus. Вот так вот она выглядит. Здесь 30 мл. Я ей пару раз воспользовалась. Честно, это было давно. Аромат приятный, но вроде бы как мне эффект после этой маски понравился. Точнее, сыворотки, восстанавливающей сыворотки. Не знаю, в любом случае в пустых баночках ждите ответ. И на смену ей, когда она закончится, планирую использовать вот такой вот от L'Oréal LCF масло. Я знаю, что здесь не масло, что здесь силиконы. Поэтому здесь 100 мл, поэтому хочу тоже от него избавиться и купить уже что-то новенькое. Хочу от Tiandé попробовать масло. Если вы пробовали от Tiandé масло, органовое там масло, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно, работает ли оно вообще, хорошо ли работает, так как цена там, ну, прилично, под 1000 рублей. По-моему, тоже за 100 мл, поэтому напишите.
Это тоже буду использовать. Я, бывает, иногда плету себе косички на сухие волосы. Тоже его наношу, когда плету, на руки наношу, чтобы удобно брать было, и начинаю плести. Вот. И так, в принципе, буду использовать на влажные волосы перед сушкой феном. Спреи я буду использовать тоже. Взяла два. Я думаю, что мне этих двух на 3-4 месяца будет достаточно. Первый — это у нас кератин профессионал. Здесь 100 мл. Это у меня корейский. Даже не знаю, как правильно называется. Здесь кондиционер просто написано. Как марка называется, честно, даже не буду коверкать ничего. В общем, вот такой вот спрей, он кератиновый. И конфуме. Вот такой вот здесь 250 мл. Это двухфазная сыворотка. Я сейчас ее взболтала, поэтому она и не видно, что она двухфазная. Тоже классное средство. Покупала прилично, наверное, полгода назад, или, может быть, даже побольше, рублей за 250. Сейчас она стоит 450 рублей. Аромат очень приятный. Не знаю, буду повторять или нет, пока не могу точно сказать, потому что цены сейчас возросли, и не знаю, сколько она стоит. Я последний раз смотрела, 500 чем-то рублей была. Вот. Посмотрим, в общем, использую. Буду использовать два вот этих вот средства, и тоже окончательный вердикт, уже куплю или нет, оставлю в пустых баночках. И еще хочу вам показать, на ноябрь я буду заниматься очисткой организма. Это у меня будет от Тиандэ комплекс с грецким орехом. Это биологически активная добавка. Очищает организм. Здесь нужно 2 таблетки в день. Здесь всего 30 штук. Буду еще скоро заказывать еще одну такую, чтобы мне на месяц хватило. Так как здесь всего хватит на 15 дней, если по 2 таблетки. И буду каждый день пить вот такой вот чай с девисилом. Это у нас очищающий. Здесь 30 фильтр-пакетиков. Как раз таки на месяц мне хватит. И потом уже тоже по окончанию месяца я вам обязательно расскажу свои ощущения. Сейчас пока ничего сказать не могу. Если заинтересовались тоже продуктами Тиандэ, я все ссылочки оставляю под видео. Переходите, смотрите. Регистрируйтесь, буду очень рада, если вы будете в моей команде. На этом мое видео подошло к концу. Если вам нравятся такие видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях запросы свои, что вам интересно, могу, в принципе, снять. С огромным удовольствием сниму, покажу все, что вам нужно. Всем пока!